Всем доброе утро. Вчера у нас была наша веселая попытка пройти узбекистано-таджикскую границу. Мы побывали в Таджикистане. Длилось это 3-4 часа. Теперь мы едем дальше. На дворе 7 утра. Лада еще дрыхнет вовсю. Сегодня справа на сиденье штурмана будет наша сумка. А Влада спит там, как в плацкарте. Поэтому едем. Экспериментируем, как в дороге спать. Сегодня планируем доехать до Самарканда. И если получится дальше, то даже дальше. Привет. Дизель полный. На этом каноте. Дизель? Да. А вот на этом. Дизель? Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Соляра? Да. Отлично. Как вы, здорово? Здравствуйте. А что вам надо? Соляры? Соляра? Да. Да. Она? Отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. Дизель полный. Про людей вот сейчас тоже вот снимал. Сейчас про вас. Ну сейчас тоже снимаю. Так низко. Ваша, да, заправка? Так низко. Ну ладно. Ничего. Давай включите, просто так. А тогда никто не увидит об этом. Так вот люди, понимаете, как много людей хороших здесь. И вот про вас же никто не знает. А у нас все хорошие человек. Отлично. Будем переходить дорогу. Это отдельный экстрим. Остались живы. Ну что, у нас доброе утро. Жарит уже по 25. Напомню, на дворе октябрь месяц. Вчера мы пытались пересечь таджикскую границу. Сегодня по-прежнему в Узбекистане. Поэтому, что у нас сегодня? Ташкент, плов и хорошее настроение. Едем дальше. Кто-то по-прежнему спит. Давно стоите уже? Давно здесь стоите? Плохо понимаю по-русски. Как говорится в народной узбекской пословице, кто рано встает, весь шашлык заберет. Ну что, друзья, мы только что съели вкусный плов. Съели шашлыка, кебаба, баранину, там что-то еще. Короче, наелись все. Сейчас едем дальше. В общем, вот это все у нас вышло на 75 тысяч. 75 тысяч – это меньше 1000 рублей. Мы просто как корову одну съели точно и пол барана, да. Так что вот. Вот так вот, да, поели. Теперь можно и пообниматься. Красота. Узбекистан. Сейчас пойду руки помою, потому что все в жирном шашлыке. Все очень вкусно в жирном шашлыке. Сейчас пойдем посмотрим, что у них есть. Какой шашлык, что называется. Блин, гостеприимный, конечно, вообще просто. Ну вот мы только что съели вот такие шашлычки два, такие два и такой один. Но это был просто разрывон, конечно. Вот так здесь все готовят. А вот он и плов, который мы тоже только что покушали. Ай, хорошо здесь. Вот так вот розы растут, настоящие. А, хорошо так вот, а? Ну все, уезжаем из чудесного места. Наелись вообще за такие, причем, я бы сказала, большие деньги. Но для нас небольшие, да, может, 10 там считается, все-таки большие. Вот, уезжаем, едем дальше. Все, вон, ребята.
ребята классные все. Пока. До свидания. Пока. Все крутые. Блин, Узбекистан, мне кажется, страна улыбок вообще, да? Ты заметил, как все улыбаются? Мне очень нравится этот жест, типа, чуваки, от души. Я прям позавидую. Ну все, до встречи с Самарканде. Едем опять по перевалу, и вот видно, стоят заборы. Делают их для того, чтобы зимой снег не сходил лавиной на внизу лежащую дорогу. Это бабка рассказала. Бабка знает, что. Мы опять спускаемся к реке. Прикольно, вот такие вот всякие мне нравятся. Вот сейчас я вам покажу, смотрите. Вот такие всякие прикольчики, да? Очень кайфово. Чего там, откуда, куда-то течет. В общем, опять нашли речушку и едем. Сейчас в ней искупаемся. Это разные или одинаковые? Все разные, одинаковые? Разные, одинаковые. Пробуйте. Так разные или одинаковые? Разные. Девочки, сладкий сладкий надо. А вон там, вот там вообще другой беленький, да? Так, давайте... Сейчас. Давай у всех по одному возьмем. Чтобы никого не обидеть, да, давайте по два, 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 два. И там еще у нас на три сколько. Ну и там вот у женщин тоже возьмем. Сколько получается? В килограмме сколько? 3-4 штуки. Нормально. Не-не-не, давайте так, смотрите как. По две всего. По две штучки, чтобы не обидеть никого. Мы пока вот сейчас... А 2 килограмма? Не-не-не, Не-не, две штуки. Давайте по килограмму сделать. Давайте по килограмму. Куда столько? Да пускай куда ты. Мы их повезем туда. Так, что там, 5 килограмм? Сколько у нас получается? Пойдем там возьмем. Мне кажется, вон там. Кажется, вот эти крутые награды, да? А вот эти что? Это сладкий сладкий. А это? А это. Кушайте. Попробуйте. Мне нравится, как вот у нас были, которые прям крупные были, крутые. А вот такие другие. Вот это. Ну вон, попробуй. Сладкий сладкий это гранат. 10 тысяч.
10 тысяч. Эй! Да, да. Дорого. А подешевле. Ты обе съешь? Да. Это он будет, а это Ори, а Нороги? Он, а это он? Как всегда, рубрика «Мои друзья». Влада, взять тебе такую? Так, чуть не закрыто у тебя. Самый наивный человек, тебя раззвонить вообще как нефиг делать на дым. У меня все закрыто. Нет, все нормально. Это... Вышел Богдан к парням, парни с ним поболтали, и купили мы 5 и купили мы 5 дым. Плюс при том, что я дым не ем вообще, их ест только Богдан. Нахрена? Я тебе сейчас, когда ты сейчас будешь снимать мою сторону, сейчас тебе скажу нахрена. Ты, мама, про них. Во-первых, признаюсь честно. Я тебе могу сказать, что вот это была самая крутая. Не знаю, почему вот взяла ее. Эту ты будешь, я могу не, отдать, я могу твоей маме отдать, а она на самом деле, или тебе. На, самые крутые вообще, они все абсолютно разные по вкусу и все еще очень раз крутые. Торпеда просто бомбическая, колхозница совсем другая. То есть у нас нет вообще. Очень вкусный, поэтому взял вот столько много. В Самарканде. Я в многих странах. Слушай, ну мы завтра будем здесь. Завтра днем обязательно надо сюда. У нас экскурсия будет завтра. Она, если мы. Он в Москве может быть парень. Плюс того, что очень красиво. Смотри, как красиво. Три ансамбля. Mm-hmm. Напротив нас стоит Шердор ансамбль называется. Напротив Тилакоры, слева Улугбек. Они для чего были построены? Они это мы, по-моему, здесь изучали. А, это как раз для астрономии, да? То есть... Не, астрономия это другая вещь. Это разные времена строили, не сразу все сразу. А, все, понятно. А, даже так? Да. Очень красиво.
И здесь даже краски такие, говорят, то, что они не стираются. Как тут сам подключить? Когда они подключат? А вот? После 8, да? А сейчас сколько? А там именно вся сосочка. Красиво с подсветкой, наверное. Вообще. Во сколько сейчас, сколько времени? Полседьмого еще. А, ну мы как раз покушаем, все сделаем и потом приедем сюда, да, отлично. Много туристов, смотри, да? Это самое главное, достопримечательность в городе. Тут еще... Ну реально красиво, я просто видел на открытках, и я... Когда сюда ехал, я как раз Владе рассказывал. Почему у вас столица Ташкент, а не Самарканд? Потому что Ташкент. Ташкент. Ну. Даже Ташкент удобнее расположен. И расположен, и он большой. Он намного больше Самарканда. Это, знаете, как Питер и Москва. Питер красивый, знаешь, а Москва как бы столица. Почему столица не Питер, все спрашивают? Как и Питер, раньше был Самарканд уже столица. Да? Да. Все, да? Можно почитать? Да, конечно. Вот так здесь, понимаете, все, как бы, мне напоминает это Индию. Мы в Индии точно так же меняли кэш, и это было выгоднее, чем там национальный курс почему-то. Ну, мы в каталажке VIP. Да, нормально. Да, вы, конечно, представляете, что такое возвращаться в цивилизацию. Сейчас, пользуясь Wi-Fi, загрузим новую серию наших приключений. Сегодня будем кушать цивилизованное, опять приборами, цивилизованные всякие блюда в хорошем ресторане. Один из лучших ресторанов Самарканда. Так что вот, такие вот дела. Ребят, всем привет. Находимся мы в замечательном кафе Тибон. И не поверите, но это самый, наверное, лучший ресторан в Узбекистане. Не уходи, Олег, не уходи. Скажи, что нужно, во-первых, скажи, что я отсел от тебя поработать. Поверни на меня, я работаю отдельно. Я просто узнала его. Если будете здесь обращаться к Олегу, очень крутые делают кальяны. Да, Олег, правда, из соседнего заведения, из Gentleman's VIP. Олег пришел, сделал нам два чудеснейших кальяна, за что ему огромное спасибо, так как он работает вообще в соседнем заведении. А кафе Тибон за то, что позвали нам Олега. Олег, спасибо тебе огромное, ты лучше всех вообще. Обязательно. В общем, ребят, всем рекомендуем, если вы будете в Самарканде, заезжайте в кафе Тибо, называется. Здесь очень вкусные стейки, очень классные напитки, вообще великолепнейшее обслуживание и самое главное, индивидуальный подход к каждому гостю. Мы пришли, кальяна здесь нет, нам предложили присесть в VIP-комнату, дали вот там целый зал, ходите, работайте, вот даже утюг есть, можно погладить одежду. Принесли нам кальян из соседнего заведения, ну, круто, мне просто нет слов. Как человек, который 4 года проработал в одном из лучших заведений Ярославля и России, не побоюсь этого сказать, могу сказать, что это 5 баллов. Да не 5, это 10 баллов. В общем, восторг, ребят, приходите. Друзья, на дворе октябрь месяц. Сегодня, кстати, сейчас посмотрю, какое число, потому что я уже все сбился. Сегодня 8 октября, а я в футболочке до сих пор гоняю. Вот она. Покажи. Теплая Азия. Опять стало тяжело крутиться руль. Есть подозрение. Как свет. Да нет, нормально, полная. Что-то стало, стало тяжелее крутиться. Да не-не-не, ну что, пучок пополнишь там. Механик. Так, ну что, мы потихонечку упаковываем дыньки, которые будем возить в Россию. У нас еще немножко осталось здесь. И вот сюда, в тайном месте, в нашем боксе. Здесь просто никогда не проверяют. На. Все влезло. Не подавится.
Там можно не поддавиться нашими дынями. Все, и подушечками прикроем все это дело. Отлично. Все, прикрываем. Отлично, контрабанда готова.